Друзья, мы вернулись во Фроуд, мы вернулись во Фроуд, Витя, голова, Витя, блин, он тебя сломает точно шею, я короче, просто мне повезло. Никита? Да. Никита, блин. Дельфин идет. Блин, смотри, чтобы он дельфин не достал. Нормально. Витя, блин, не задави, дельфина, не задави, тормози. А я не могу уже. Тормози. Я вошел во вкус. Это жестяк, дельфин тут. Посигналь ему. Ага. В окно кричи. Что там? Дельфина сади. А? Понятно, закрывай дверь. Что говорит, мы там не заедем? А вы там не проедете, говорит. Только я пойду пешком. Конечно. Нам надо легкая машина. Да, да. Что говорят, Маша? Вы хотите так на мотоцикл подняться? Руслан, лучше иди сними, потому что там жестко, и никто не может. Ты поедешь на гору? Да, да. Начал. Пешком на жопе. Итак, так, гора, места помнишь, глухие. Мне тут и доставали. Бороду в прошлый раз, помнишь, доставали. Помнишь, УАЗы, помнишь? Да, все. А Запорожец сам заехал. Помнишь? А, это я видел видео. На такой резине. Это здесь, да, Запорожец. Такой резине, как я невероятно. Так, вот это известная гора. Каток тут нереальный после плюсовой температуры. Снег превратился в лед местами. Жесткие места. Ранглер не доехал. А, Крис, а вот смотри, вправо дорога есть. Ну прорезать надо и проехать. Поваленные деревья срезать. Так, подъем жесткий. Дельфину легче. У него плавники цепляются. Так, вот тут жестячок. Страшно и скользко. Да. Спускай колеса. Да. Ты что-то показываешь. Я больше сюда не поеду. Поздно ты прибежал. Чего? Такое было. Такое было. Я видел, как вы в этом ехали. Ну так перезаедьте вокруг, что? Перезаедьте. Перезаедь. Смотри, Руслан, как секунды убежали. Смотри. Ага, очкуны. Давай. Очкуны, да? Помогай, Руслан. Помогай. Давай сзади поможем. Пошли сзади под тобой. Давай попробуем, да. Что-то он умеет. Давай. А я вас фотографирую. Колеса накачаны. А ну улыбку сделайте в кадр, улыбку. Перекачаны колеса сильно. Причем здесь все заехали, я вообще не спускал. Все заехали? Нива заехала. Нива красная заехала. Да? Я вообще заехал. Да, странно. Алло. Вадь, не в ту сторону. Или он просто покататься решил? Хочет сбросить во враг его. Кювет. Межосевой нет тоже блокировки. Что-то странно. Сюда, на снег заезжай. Диагональ вообще обычно. Когда диагональ? Давай, Саня. Нет, тут в шинах вопрос просто.
Нет, там очкуны уехали все. Так, все уехали, блин. Я на новой машине сегодня с топором, с Леней. Только медленно, Леня. Блин, страшно тут, конечно. Фух, красота какая. Лепота. Вид на Киев. Видно. Поздняки видны. Вон мы с той стороны были сегодня. Красиво тут. Да, хорошо тут. Красиво. Блогер! Я целю. Задницу чуть-чуть прохладно только. Тут железяка, не дерево. А так нормально. Вот и гелик. Да, так и в Чернигов можно было с Леней поехать. А, меня подожди. Что-то я не подумал. Леня, так с тобой и в Чернигов можно было поехать, чего меня не взяли. Матрасик надо взять, Леня. Кресло давай заберем. Кресло справа. Кресло мне поставьте. Леня, кресло по. Кресло вот тут наше. Кресло возьмем, давай мне посадим меня. Не, оно не поместится. Да, вот остатки мебели. В прошлый раз мы тут ехали. Красиво идем. Место нашего лагеря открытия сезона. Здесь было, снежок пошел. Погода как под заказ просто. Меняем машину. Залипла у нас вторая, мы с Позняком на второй, пониженной, повышенной приехали. Ого, ну отлипла уже? Ну да, уже да. Не разбирал причал. А, ого. На второй. Мы на Виллисе опять. Вы тут не были, наверное, тут места неплохие. Ну каток, видите какой? Местами жесткий. Мы приспущены. Спусти, ну единица, да? Вот тут можно резать влево, влево. Режем. Влево, да. Налево сюда? Да, да, да. Ну, тут есть дорога. Режем, режем. Отлично. Хорошо идем. А двери надо закрыть. Елки, двери забыл закрыть. Режем, отъезжай, отъезжай. У нас нет тормозов. Поехали. Ух, елки.
Ух, видели, как подрезал? Вот так вот надо ездить. Ага. Это жесткий, да? За ним. Не по-нашему. Поехали. Мы или другой? Мы едем, едем, едем. Тут кто первый, тот и это. Так, тормозим. Чуть дальше отпустить надо. Тормози. Тут каток. Вот тут был спецучасток. Открытие сезона 2 января. Тут шикарный был движ у нас. Вот тут трасса была, вот в этом месте. Уже деревья попадали. Красивые места в любое время года, и летом, и зимой. Погода была совсем другая. Был плюс, влажно, снег пролетает. Так, вот там горка будет. Вон, видите, горка? Горка, кто-то карабкается по ней. Машина прогнет, не тронет. Это с которой мы летели, нормально, да? А, это с которой горы мы летели на Запорожце задним ходом. Скользко тогда было по дождливой погоде. На подъеме дистанции больше. И подъем вообще надо, чтобы заехал. Он, видите, не заехал. Тут... Хорошее место. Если Нива выйдет, то я выйду. Да? Нива выйдет. А мы посмотрим. Нива точно выйдет. Более тяжелая, может что-то не выехать. Витал, направо. Хорошо. Не, прямо. Какое право? И здесь мужики посмотрят. Ну, направо, и там внизу все машины.